Всем привет! Сегодня мы продолжаем обустраивать участок для бассейна. Покажу. Вот тут мы уже натаскали песок, всю площадку песком засыпали. Следующий этап, это нам нужно сейчас с мамой перетащить линолеум, очень тяжеленный, на эту площадку положить, растоптать, чтобы все было ровненько. Вот она площадка, мы все ее засыпали песком. Так, пойдемте посмотрим, что у нас вообще с линолеумом. Здесь лежал осень, зиму, весну. Надо это все подмести. Так, ну, Настю, подмети. У нас сегодня жара 37 градусов. Вчера было 37, сегодня 37. Очень сложно работать в такую жару. Но ничего не поделаешь. Чап, отойди. Очень грязный линолеум оказался внутри еще. Сейчас будем пытаться это все водой промывать. Степа у нас вызвался. Так, что-то напора пока нет. Пока нет, что-то напора. Что-то нет пока напора. Да-да-да, все нормально. Так, закончили делать мне ремонт. Сейчас это все надо прибирать, ставить на свои места. Поклеили обои. Плафончик приделали. Стену с потолком покрасили. Все было снежное. Розетку починили, работает. Ну, тут сейчас тоже будем мыть. Здесь порожек сделали. Еще заменят потом шторы рулонные. Ну вот, убралась. Сделала небольшую переостановочку. Комод оставила здесь. Кровать сюда поставила. Здесь еще комодик и стол рабочий. Все здесь, все просторно. За работу он взял 24 500 и материал 14 000 вышел.